Девочки, у меня сегодня рецепт маринованного толстолобика. У меня небольшой кусочек толстолобика, ну примерно килограмма полтора. Я его предварительно проморозила, порезала кусочками. Надо много лука. Лук у меня крупный. Морковка, ну для красоты. Перец горошком, потом немного приправы рыбной. Апельсиновый перец, винный уксус, масло ароматное. Сейчас я буду это все резать и складывать слоями в банку. Укладываем первый слой лук, потом немного морковки, потом идет рыба. Потом присыпали рыбку приправами. И, девочки, забыла сказать, я предварительно рыбу очень-очень хорошо посолила. Прям так основательно. Дальше слои повторяем. Также идет лук, морковь, рыба, приправы. У меня остаток, одна луковица осталась и немного морковки осталось. Потому что я всегда делаю в кастрюльке, а в банке делаю первый раз. Ну, осталось немного. Банку хорошо утрамбовывать надо. Ну, не прям прям сильно-сильно, но хорошенечко утрамбовать. Все, последний слой лук. Также поперчили. И дальше добавляем уксус. Сейчас покажу, сколько. И масло. Делаю все на глаз. Банка у меня 3-литровая. Винный уксус. 6%. Тут у меня маленькая дырочка, чтобы в салаты не переборщить. В общем, льете 50 грамм. Масло ароматное, подсолнечное. Я лью на глаз, ну я не знаю, сколько примерно. Ну, грамм 100-150. Когда масло опустится с уксусом, потому что оно утрамбованное, как бы не очень хорошо проходит. Вот так покатаете сбоку на бок, чтобы все распределилось. И убираете в холодильник на 3 суток. Все, рыба будет шикарная.